Впервые в Якутске пройдут гастроли Российского государственного академического театра драмы имени Пушкина, или как его еще называют, Александрийского театра. В этом году старейшему театру России исполняется 261 год. Это один из крупнейших и прославленных театров в мире. Из Санкт-Петербурга артисты привезут 3 спектакля. «Укрощение строптивой» по Шекспиру, «Солнечный удар» по одноименному рассказу Ивана Бунина и моноспектакль народного артиста России Сергея Паршина «Охота жить». Спектакли пройдут на сцене Саха академического театра с 26 по 30 сентября. Всего в гастрольной труппе 59 человек. Это руководство Александринки, звездные артисты, гримеры, рабочие монтажные группы. Данный тур пройдет в рамках федеральной программы «Большие гастроли Министерства культуры России». Всегда очень волнительно, всегда хочется сыграть хорошо, чтобы в памяти остаться у зрителей, которые посмотрели, ну, такие теплые воспоминания. Поэтому, ну, каждый город имеет какую-то специфику, в каждом городе свой зритель, безусловно, более театральный, менее театральный. Про якутского зрителя я слышал, что он очень театральный, вот, что у вас замечательный театр, что у вас город с театральными традициями. Поэтому, безусловно, мы волнуемся, но надеемся, что все пройдет хорошо, и мы будем стараться.